the torpedo that sunk the Cheonan and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. North Korea's weapons program continues to intensify. Now surpassed 1,000 missiles. Global leaders express concern over North Korea's latest atomic test. Kim Jong-il's government strongly defended its recent atomic test as a rightful response to Western aggression. The president appeared at the UN to call for severe sanctions against North Korea. This morning comes the news of Kim Jong-il's death. North Koreans greet their new supreme leader, Kim Jong-il's son, Kim Jong-un. 우리 공화국의 통일은 남한과의 한민족을 갖고 올 것이며 경제와 산업의 발전을 갖고 올 것입니다. Today, our beloved leader, Kim Jong-un, has united North and South Korea, forming the Greater Korean Republic. Talks to end the Saudi-Iran war have stalemated once again. Meanwhile, damaged oil wells and pipelines burn uncontrollably, deeply affecting world supplies. Although costs at the pump are ready to break the dreaded $20 ceiling. The only good communist is a dead communist! Across the nation, civil unrest has intensified with the demise of the U.S. dollar. This is not a retreat, nor are we abandoning our Asian allies. Under threat of annihilation by the Greater Korean Republic, Japan has surrendered. Martial law is now in effect. Excessive force will be used. After the president ordered a freeze on bank withdrawals. We don't know where we will get our next meal from. The Mexican government has imposed strict immigration quotas, effectively closing its borders to American refugees. Koreans' annexation continues to spread despite the U.S. Today, the Greater Korean Republic launched their latest communication satellite, claiming it will bring a message of peace to the entire world. Колорадо стоит прекрасная погода. Местами воздух прогреется до 12 градусов. На востоке возможны сильные ветры. Дни становятся короче, и мы напоминаем всем гражданам коммуны Монтрозы, что комендантский час отныне начинается с 6 часов вечера. Кто рано ложится, тот рано встает. А теперь Роберт музыка, Джейкобс, которая поможет вам работать. Это дом Роберта Джейкобса? Стене! Роберт Джейкобс! Отчего же вы не хотите в трудный час послужить своей родине? Мы понимаем, что вы потеряли все, но вы должны найти утешение в патриотизме. Наш великий вождь Ким Чен Ун научит вас использовать ресурсы вашей родины. И наступит всеобщее процветание. Это наш подарок вам. Но вы... Теперь мы вынуждены расследовать, правду ли вы радеете за Америку. Уведите его! Вперед! Смотреть прямо, не отставать! Подъем! Вставай себе! Вперед, я сказал! Секи, там же рай. Нега, ты не угадался. Анджо, шикро. Арестованный. Руки за голову. Отсюда. Ну,
вообще дела? Похоже, мы в полной жопе. Слышь, браток, ты тоже пилот. Они же зачем-то забрались здесь всех нас. Они забрали мою семью. Если не буду сотрудничать, больше их не увижу. Все будет хорошо, милая. Только не смотри. Закрой глаза, дорогая. Мама и папа очень... Слышали вчера передачу по «Голосу свободы»? Говорят, такое творится по всей стране. Везде, где сопротивление поднимает голову, КНА терроризирует мирных жителей. Пушечное мясо для трудовых лагерей. Многих из них я уже никогда не вижу. Держите руки пустыми и все время на виду. Вот осмека! Сеньонджи, дежангдею! 1138 시소로 내려가는 중입니다. 허가증은 있습니까? 정 대장님이 설명한 허가증 여기 있지요. 보조 문제 엄마. Не обращали внимания, как быстро они избавляются от трупов братские могилы. Слушай, куда бы нас ни повезли, мы должны держаться вместе. Один за всех, все за одного, иначе мы не забываем. Хватай пушку и иди за мной. Лезьте через лобовое. Надо же, план Конора сработал, и ты остался жив. Я Риана. Идем. Нужно уходить. После такого фокуса вся КНА сядет нам на хвост. А вот и подкрепление. Стоять. Уходите с парковки. Они заметили нас. Скорее в магазин. Они хотят нас перехватить. Бежать вам некуда. Надеюсь, ты стоишь тех сил, что мы положили на это. Джейкобс, ты нам нужен. Стреляй, не спи! Целься в голову, береги патроны! Руки за спину! Назад теперь пути нет. На твоих руках кровь корейцев. Ты теперь в сопротивлении. Они лезут через крышу! Еще двое спереди. Сиди в укрытии и не высовывайся. Забирай все полные рожки. Не оставляй врагу патронов. Впереди бензоколонка. Корейцы используют ее как склад топлива. Я знаю короткий путь через окраину. Нужно успеть до того, как рванет. Противнику автобуса! Прикройте меня, перезаряжаю! Хочешь, чтобы тебя пристрелили? Живо в переулок! Мне казалось, что все должно пройти быстрее и спокойнее.
внутрь! Транспортный вертолет! Снова эти ублюдки! Подбери гранаты! Готов! В укрытие! Не высовывайся! Они забрали справа! Бросай гранату! Еще транспорт! Бросай в них гранату! Еще транспорт! Слева! Осторожнее! Если рванет, мы их всех прихватим с собой! Сейчас рванет! Продолжай стрелять! Ну что, все целы? Потом будем зализывать раны. Надо идти, пока не пришло подкрепление. Вон это Конор, пилот с нами. Не парься, это просто бензоколонка. Должно их замедлить. Мы идем на Ривер-Роуд. Встретимся там. У меня нет времени спорить. Что это было вообще? Бунт считает, что мы не должны подвергать опасности местных жителей. Он скорее поставит под удар всю операцию. Успокойся. Он просто заботится о людях. А о нас кто-то позаботится? Не стреляй. Так, не высовывайся, пока он не пройдет. Целый отряд. Кажется, они нас не заметили. Оставаться здесь, не двигаться. Идем, ждем спокойно. По моему сигналу. Пошли, пошли! Все чисто. Срезали. Я не ожидал, что за нами пошлют целую армию. А ты чего хотел? Разворошили осиное гнездо. Читал твое дело, Джейкобс. Надеюсь, это не лажа. Спокойно, Коннор. Бунт знает, что делает. Держись, мы через забор! Я под обстрелом! Кто следующий? Цель уничтожена! Ты его завалил! Еще один вертолет! Низко! Противнику крыла! Готов! Гуки у крыла! Пробирайтесь через обломки! Готов! Получайте, ублюдки! Они у двигателя! Прикройте меня! Кто следующий?
втором этаже! Кто следующий? Все, ну, пойдем! Чёрт! Я под огнем! Джейкоб, помоги! Патроны кончились. Перезаряжаю! БТР! Уходим со двора! Оббегаем слева! Ложись! Пушка разнесет тебя в клочья! Эту хрень мы даже не поцарапаем! Нужна взрывчатка! Мы отвлечем его! Заходи с фланга! Патроны кончились! Перезаряжаю! Надо как-то подняться выше! О да! Лезь в окно! А, ты его завалил! Нужна взрывчатка, чтобы завалить БТР! Найди что-нибудь! Лезь в окно! Это был мой! Прикрепи пару зарядов! Перезаряжаю! Прикройте меня! Нужна взрывчатка, чтобы завалить БТР! Найди что-нибудь! Нужна взрывчатка, чтобы завалить БТР! Найди что-нибудь! Прикрепи пару зарядов! Сюда под обстрелом, нужна помощь! Прикройте меня, перезаряжаю! Перезаряжаю, прикройте меня! Нужна взрывчатка, чтобы завалить БТР! Найди что-нибудь! Кто следующий? Прикрепи пару зарядов. Кстати! Охренеть, мать твою! Роу там, за дворами. Странно, что люди живут так близко к обломкам. Еще страннее, что они до сих пор нам не помогли. Сраные трусы. Не иначе Эми поджарила им яйца. А то при виде падающего с неба самолета все должны хвататься за пушки. Может, они пока не готовы к бою? Корейцы их не волнуют. Они просто пытаются хоть как-то выжить. Кроме того, Бун дал тебе приказ. Буна здесь нет, а мы должны выжить любой ценой. Жители! Эй, у нас тут семьи! Нам неприятности не нужны! Успокойтесь! Мы дождемся остальных и сразу уйдем! Я уверен, что за нами нет хвоста. Мы уходим. Расходитесь по домам. Не будем привлекать внимание. Черт, Коннор, я сказал, не лезьте сюда! Еще не хватало устроить бучу прямо в жилом квартале! Нам больше было некуда идти! Повсюду полно корейцев! Мы должны сражаться за этих людей, а не прятаться за их спинами. А кто прячется? А ну прекратите оба! Ты пилот, верно? Я Бун Карлсон, командир ячейки. Американские войска собираются в Сан-Франциско. Им нужно топливо. И ты поможешь нам его достать. Дом, сейчас же!
этого еще не хватало. Они прорываются! Мы на вашей стороне, мэм! Успокойтесь, мы защитим вас! Защищайте фасад дома! Это вы привели их! Нужно отвлечь огонь от граждан! Все, будет хорошо! Его кто-нибудь. Это вы привели! Успокойтесь, мэм! Перезаряжаю! Кто-нибудь успокойте младенца! Перезаряжай кто-нибудь, успокойте младенца! О, да! Это был мой! Что ты делаешь? Уходи! Живее там! Прячьтесь тут! Мы придем за вами, когда все закончится! Останови кровь. Вот так. Нам нужен Голиаф. Где он? Хоппер, где Голиаф? Он там. Голиаф там. А наводчик от него лежит у меня в рюкзаке. Сейчас он пойдет! Он истекает кровью! Летает, стреляет сам. За ракет отвечаешь ты. Просто выбери цель и нажми. Стреляй по машинам! Используй наводчик! Он умер! Идем! Хоппер! Меняю точку! Целься в камеры! Идите за Голиафом! Откройте меня! Перезаряжаю! Используй наводчик! Перезаряжаю! Прикройте меня! Используй наводчик! Перезаряжай, прикройте меня! Используй наводчик!
заряжаю! Прикройте меня! Используй наводчик! Сняю рожок! Стреляй по машинам! Используй наводчик! Меняю рожок! Перезаряжаю! Прикройте меня! Используй наводчик! Это был мой! Идите за Голиафом! Идите за Голиафом! Стреляй по машинам! Let's go!
отступают! Теперь нужно валить отсюда! Вчера днем части КНА осуществили рейд на город Монтрос, штат Колорадо. Они заявили, что сделали это с целью нейтрализации гражданских целей большого значения. Однако действия американских партизанов не заслуживали такого ответа. Кровь невинных людей текла рекой по главной улице. Ваших родных и друзей стреляли, как зверей на охоте. Сообщают, что одной из ячеек сопротивления в Монтросе после яростной перестрелки удалось уйти. Можем лишь надеяться, что эти патриоты добрались до одной из безопасных зон в заброшенных пригородах. И какой бы ни была их судьба, мы продолжим сражаться. Не верьте лжи, которые распространяют подконтрольные корейцам СМИ. Канал «Правда» — это мы. Мы — это голос свободы. Доброе утро, Монтрос. Вы слушаете радио КНА 88.3 FM. Новость часа. 20...